Привет, мои львята. Заранее извините за голос бота. Я просто не решилась озвучить сама. В общем, я решила рассказать свои неловкие ситуации. Поехали. Моя первая ситуация произошла, когда я была в первом классе. На меня наругалась училка и сказала, что отведет к директору. Я тогда не понимала, что это неправда, и когда уроки закончились, я подбежала к маме с криками. Мама, она сказала, что меня к директору поведет. Тогда подняла всем настроение, даже училке моего брата. Мне тогда было 7-8 лет. Мы выходили из аптеки, и я перепутала маму с какой-то женщиной. Я поняла, что что-то не так, посмотрела на эту женщину и побежала к родителям. До сих пор стыдно за этот случай. Madness,